Чаще всего в нелегальной продаже мест на кладбищах на просторах интернет-изданий обвиняют ритуальные агентства. Некоторые СМИ даже публикуют конкретные расценки от 50 до 250 тысяч рублей. Безусловно, такие сообщения вызывают общественный резонанс. Ведь участки под захоронение по закону предоставляются в течение одного рабочего дня и абсолютно бесплатно. Места все выделяются абсолютно бесплатно на всех кладбищах. Это государственная земля, она выделяется бесплатно. Здесь, как бы, чтобы не было у нас никаких кривотолков и пониманий, да, это везде. Информацию о незаконной продаже мест на Ишевском кладбище проверяет прокуратура Ленинского района Ульяновска. Сотрудники правоохранительных органов опросили работников кладбища и родственников тех, кого недавно похоронили. Так, в ходе надзорных мероприятий были получены объяснения сотрудников администрации Северного кладбища, которые опровергли факт требования денежных средств за места для захоронений. При этом прокуратура района осуществлен опрос лиц, которые ранее работали на Северном кладбище и работают в настоящее время. Указанные сотрудники также опровергли эту информацию. Информация о незаконной продаже мест на Северном кладбище официально не подтверждена, но работа продолжается. Все, кому предлагают платные участки под захоронение, могут обратиться в прокуратуру. Беспокоиться за наличие мест тоже не стоит. Несмотря на то, что в Ульяновске сейчас хоронят только на Ишевском кладбище, в настоящее время есть свободные участки. Кроме того, стоит помнить, что покупая место нелегально, вы можете стать соучастником в преступлении, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Юлия Руднева, Олег Тоньшин, Улправда ТВ.